В Улан-Удэ заканчивается летний ремонт электросетей перед зимой. На эти работы выделили почти 80 миллионов рублей. До конца года специалисты должны отремонтировать более 30 километров линий, 208 опор и 59 подстанций. Также обещают снизить количество аварий, построив новые центры питания. Срок здесь октябрь месяц. Есть небольшое отставание, значит, но ТМЦ подготовлены сейчас с ремонтной программой. Значит, маленько подтянем по мероприятиям и займемся вот как раз-таки установкой новых подстанций в рамках этой программы. Это не тарифные источники, здесь собственные средства Бурятэнерго, значит, и инвестиционная программа предприятия. Кроме того, разработана программа для повышения надежности сетей, на которую нужно более 7 миллиардов рублей. Для ее реализации требуется федеральная поддержка. И сейчас проект рассматривается в Минэнерго России.